Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, наверное, вы находитесь на YouTube-канале тоже в кабинете Доктор Техник, и у нас выходная крипотня, и мы играем в игрушечку Silent Hill The Sleep. New Game. Я пишу ее в 60 FPS, потому что она у меня вроде нормально, сразу показала 60 FPS, хотя проседает до 50. На Steam, там я читал комментарии очень долго, там какая девчонка вообще доходит до одного противника, потом боится, идет пить валерьянку, там... как угодно пытаться отдохнуть и от этого абстрагироваться, но я не думаю, что это все прям вот настолько страшно. И единственное, что тут русского нету, опять же, я посмотрел русификатор, и русификаторов нету, никто так за перевод не взялся, так что буду переводить я вам. По поводу того обреза, может, я не знаю, как это у вас будет, скорее всего, у вас будут просто черные полоски там, справа, слева, сверху, снизу. Ну, потому что она реально такая. Открывая фуллскрин у меня. Хотя, сейчас попробую кое-как сделать. Пожалуйста, forgive me, забудь меня. Я попробую сейчас это исправить, открыть фуллскрин, просто перезапустить игру, может быть, она нормально будет. Но только вот это надо в любом случае досмотреть, так как почему-то не выходит в меню. Человек, что с тобой? Мне нравится вот это вот все, как тут нарисовано и так далее, очень красиво. Я еще ни в одной игре такого не видел, может их много было таких, но... Какая... Хорошая музыка, просто не хочу ничего говорить. Даже музыка уже закончилась, я... После того, как я получил удар от темноты... Нет, Black... Ну да, темноты. Я до сих пор чувствовал себя живым. Пролог The Blackness. Темнота. Загрузка. Сейчас вот... Можно будет, когда в менюшку выйти. Я с этим разберусь. По крайней мере, попробую. Так, у нас докрутилось. Часики до определенного времени, чувак лежит, спит, не знаю. Эти часики будут вечно крутиться? Это тут его такие настольные часы. Хотел бы ты себе часы, которые у тебя висят рядом с кроватью, освещают всю комнату, всю ночь. На, встать могу. О! Твою мать! Нет, к сожалению, она не выводится в фуллскрин нормально. Там есть кнопка просто изменения света, настройки, и вариант фуллскрин и native. Но нету такой кнопочки, которая помогла отвечать именно за разрешение там. Сколько на сколько точек. Если бы она была, все было бы намного проще. Моя голова... А? Где я? Медленно ты ходишь, а бегать ты можешь? Я... Нехорошо, когда человек может бегать. Чего ты поворачиваешься? Зашибись. 25-я комната, 24-я. Я видел там какой-то бар на скринах. Я могу видеть Кроколс. Что-то в свете луны, то есть сейчас ночь, по идее. Ну, просто помолчал. Убежали потихоньку. Что это за 24-я комната, которая плывет? А, она ко мне. Закрыта. Hello, anyone here? Oh. Здрасте, здесь кто-нибудь есть? Надо прямо у этой вставать. Закрыто. Ну...
Мне нравится, в принципе, как это сделано. Вполне оригинально и интересно, я так думаю. Я, правда, не понимаю, как тут представлять монстров. Это что? Туалет? Ицуон не поддается, что ли? Закрыто. Хорошо. Так, а я могу что-то как-то вот тут потыкать, посмотреть? Энергия выглядит отключенной. Типа того. Ну, в общем, вырублено. Больше тут ничего нету. Ладно. Музыка угнетающая, просто пипец. Еще эти черные. Ну, у меня они есть, я не знаю, как у вас будет. Потом посмотрю на записи. Но они угнетают, блин, как это угнетает. О, туалетик. Приготовьте сменные трусишки, штанишки, закрыто. Saving. Silence. Сохранение. Silence of the Sleep не имеет автосохранений вашего прогресса. Вы можете сохранить свой прогресс, посетив граммофон. Хорошо, а он с какой стороны? Стой. Yes. Тут на E все. То есть мышкой это не делается. Я если повернусь, нажму мышку, ничего не будет. Мышка, она как бы есть, но появляется, когда только надо. It's locked. Закрыто. Привет, есть здесь кто-нибудь? Ты издеваешься? Самый штамп такой клишированный, не надо такого делать, говорить, есть ли тут кто или нет. Энергия вырублена. А у меня фонарика даже нет никакого. Что со звуком-то? Нафиг. Что-то у меня подозрение, что если я туда пойду, то мне будет хана. Давайте попробуем. Сейчас будет очень. Чувак. Добрый вечер, сэр. Вы хотите что-нибудь выпить? О, тут даже выбор есть. Да, я хочу что-нибудь выпить. Нет, я. Давай выпью, чё. Виски. Ничего, кроме стакана виски нету. Прекрасно. Простите, что это за место? Вы в солнечный. В лунный. Ну, лунный свет, отель. Отель Лунный Свет, сэр. Не все остаются здесь. Отель Лунный Свет. Но я понимаю ваше удивление, сэр. Никто не представляет, что происходит после того, как он падает. Типа этот чувак упал, то ли покончил жизнь самоубийством, то ли типа того и оказался здесь. Не беспокойтесь, вы не будете здесь без чего-то там, сэр. Я не понимаю, я помню, как упал в темноту. Кто вы? Они называют меня многими именами, но мое имя не так важно, сэр. Как вы закончили здесь? Чего? Я родился в магнетическом отеле, сэр. Это звучит как мотель, который был некоторое время уже, извините, чего? Ничего такого, сэр, не нужно. Я был вокруг, около, я не знаю, тишины долгое время. Вокруг меня была тишина долгое время. Есть ли тут кто-нибудь еще, кроме меня, посетители? Да, человек, пришел сюда только несколько минут назад перед вами, но я здесь для вас и только для вас. И что теперь? Вам нужно взять этот секундный шанс, сэр. Не каждый посетитель мотеля. Никакой посетитель отеля не попадает сюда без причины. Вы должны найти причину, сэр. Это все, что важно? Причина? Как я помню, я упал и
получил удар от темноты. Я не знаю, что я... что я должен выучить для личины. Это должно быть... Не очень понимаю. Это никогда... Никогда не хорошо для людей, которые попадают сюда, сэр. Я сожалею, я не могу отвечать больше на вопросы, сэр. Вы должны найти выход отсюда. Я забыл. Возьмите этот фонарик, чтобы ваше путешествие началось, сэр. Удачи в вашем путешествии, сэр. Эй, что? Подождите. Эй, подожди. Флешлайт. Press to... Ну, понятно. F, чтобы флешлайт врубить. Я звук не хочу делать ниже. Конечно, понимаю, что, может быть, он меня где-то заглушает, но я достаточно близко к микрофону, так что... Я не вижу причин делать звук. А, я тут! Я играю уже. Тихо. Ёп. Это, подними фонарь. Чувак, подними фонарь. Хорошо, запомнили. Так, это... Тихо. Это все еще без электричества? Да, ну мало ли, что-нибудь изменилось. Так. Тихо, 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 тихо. Как выйти-то? Да я хотел сохраниться. Блин. Что здесь происходит? Закрыто. Я могу здесь присесть? Нет. Мне бы фонограф, а то я там забыл сохраниться заново. Тоже закрыто. Тут же не нужны никакие другие... Кто-то здесь? О, черт. Не подходите ближе. Хорошо, хорошо, хорошо. Только положу вниз. Кто вы? Где я? Я хотел спросить то же самое. У меня нету идеи, где мы. Я не могу вспомнить. Ю... Близко? Вы близко? Нет, пожалуйста, идите назад. Как вы знаете... Не шутите со мной, в общем. Вы нет, но... У меня нету больше пути назад. Что происходит? Я умер? Вы не верите в эту чертовщину, что видите? Это человек, стоящий в темноте. И голоса в моей голове. Плач. Он не может прекратиться. Вы можете спуститься? Могу я спуститься? Я думаю, я знаю, что надо делать. Но у меня нету идеи, где мы или почему. Я встал в мотеле. В мотеле? Но это же казино. Черт. А как вы попали сюда? Я не могу вспомнить. Я в депрессии. Бэнг. Черт, я не знаю. Я имею пистолет. Пожалуйста. Идите в ту комнату, и я замолчу. Хорошо? Я просто покину. Я... Черт. Хорошо, я верю вам. Я поверю вам в этот раз, спасибо. Это прекрасно. Чего? Мне, в общем, туда типа нельзя, да? Комната открылась. Я иду! Я не знаю, кто вы, но... Удачи. Я надеюсь, я больше тебя не увижу, чувак. У тебя пистолет, ты страшен. Да. Ёп! Ай-яй-яй-яй-яй! Открой! Сам прикол, я ничего не могу сделать тут, я только наблюдать могу, по идее. Что ты? Это вот для детей фигня. Что-то в ней. Ключ для комнаты 2. Пробел. Типа вот так. Ну и где? 22. Ключ от комнаты 22. Теперь дверь открывается. 22. Так, это не открывается по-прежнему, да? А, то есть граммофон у меня только в одном месте будет? Забавно. Да. Ну пошли в комнату 22.
А с 21 по 25. Ну, открывайся. Ты такой приключенческий, ну, понятно, что хоррора тут хватает, тоже есть. Не зря его выбрал. Я открыл дверь. Пошли. О, бар, давай выпьем что-нибудь. Что там, винишко, винишко. Письмо? Какое письмо? Я закрыт. Я так закрыт. Что случилось? Я сделал тест, и я возвращался назад на позитиве. Это все, что здесь есть. Тут стол какой-то. Что, все? В этой комнате больше ничего нету? То есть я получил просто немножко... немножко информации о том, кто тут еще был? Ты издеваешься? Нет, нет! Что это, ё-моё? Какая-то коробка. С кодом! Ты чё, стебёшься? А сколько тут цифр? 9! Не, я просто хочу прощелкать, мало ли что-нибудь изменится. То есть зеленое, синее, красное. Забавно. Стоп. Я не могу отсюда выйти? Так, у меня тут ничего больше нету, да? Ну, понятно, в комнате 22 у нас какая-то коробка. С шифром. У нас же все остальное не открывается до сих пор, да? Да. Я даже проверю, но они все закрыты были, чё? Это моя комната, она должна открыться. Я тут могу поспать. А в чем будет разница, вот если я посплю? Я же могу это сделать? Или уже нет? Это время, оно очень быстро крутится. А! Ух ты ж. Ну что, я боюсь уже любого шороха даже тут. Эта игра реально давит на психику. Я не знаю, куда мне бежать, потому что у меня как бы только в 22-й комнате есть. Может тут... ну, я... а, да, она открылась же. Мало ли, может тут что появится. Ты чё, серьезно? Выруби его. Нафиг. О! Ой! Киношка. Давай глянем. Да я киношку хочу глянуть. Висикей. Ну это от туалета. Его выпустили. Забавно. А вот из туалета просто так не... это типа... сейчас. Где он там? Так. Вись... ё-моё. Не попадаю. Висикей. А, то есть не для этого туалета. Для того... я надеюсь, тут на всяких стенах этот код-то не искать, потому что это довольно трудно, это какая-то тогда уж трудная головоломка, и в такой игре, которая просто давит на психику, это уже извращение, на мой взгляд. Анлокнул дверь, да, молодец. Нет! Что это за звук? Что это происходит? Я лучше... что?! Как спрятаться? Закрыто! Ё-моё! Закрыто! Stuck maybe I could ram it open. Может, я, возможно, открою это? Ну! Ну! Откройся! У меня есть еще немного времени. Давай! Чего? Да-да-да-да-да! Всё! Да открыл бы человеку дверь, чё он выламывал. А-а-а! Инопланетянин чертов. Чё ты ржёшь, сволочь? Ты свалишь, нет? Боже, боже, куда я попал, в какую темноту я попал? Ты что, издеваешься? Тихо, я не вижу нифига. А, я вышел? Черт. Я думаю, это
Ушло. VHS-тейп, это какая-то, ну, кассета. Боже мой, твой кровь еще какая-то. А, стоп, я там дальше могу пройти, куда эта тварь ушла? Да пошли ей по голове. Нет, ладно, иди нафиг, я жить хочу пока еще. Надо сохраниться. И, пожалуй, на этом мы серию закончим. Спасибо за просмотр, она получилась меньше, чем я планировал, но все-таки спасибо за просмотр. С вами был Neverknell, вы были на YouTube-канале Доктор Техник. Всем удачи, а меньше крепать не в реальной жизни и так далее.